О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор, компания СМК. Удобные и новые квартиры готовы к продаже и заселению в новом жилом комплексе «Речной». ЖК «Речной» – больше пространства для хорошей жизни. Удобная инфраструктура – школы, детские сады, торговые комплексы, поликлиника. Отсутствие оживленных дорог, панорамный вид и чистый воздух. ЖК «Речной». Спешите, осталось несколько квартир. Вся информация в центре продаж новостроек на улице Советской, 27А, а также по телефонам 8-921-82-85-85, 8-921-243-03-85 и на сайте www.smk29.ru. 19 июля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью ожидается 18 градусов тепла, днем до плюс 24. Облачно, небольшой дождь. Ветер южный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 755 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 19 июля – Сысоев день. На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. Поэтому по поводу вспоминали пословица о том, что дело необходимо делать в нужное время. У каждого дня свои заботы. Считалось, что этим утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. Сысой, ходи по росе босой, говорили в народе. Продолжаем наслаждаться летом. Солнечного вам настроения. До свидания.